На связи я, Амкабаски. И сегодня мы продолжим с вами проходить игру Були. Это 57-я часть. И сегодня мы с вами поставим второй мировой рекорд в этой игре. И будем ставить мы его тоже в игровых автоматах. Но я думаю, что будет более правильным, если мы поставим мировой рекорд во всех автоматах в этой игре, каких только можно. Ну, понятное дело, зоночки я здесь не считаю за это. Потому что... Это пройдена уже школа. Мне уже дают эту школу. Ну ладно, не суть. И гонки не в счет, потому что там что-то другой формат, тут мы работаем на очки. Будем сегодня ставить рекорд в игре Monkey Fling. Сейчас придем к автомату, все покажем. Тем более нам надо там рекорд обычно поставить для того, чтобы просто пройти игру на 100%. Ага, не дашь ты немножко денежек. Monkey Fling, вот, собственно говоря, эта игра. Monkey Fling. Ну, можно перевести как обезьяне какашки игру, по сути это дело. Бросай какашки, сбивай бананы и ешь их. Съешь банан, будут новые какашки. Остерегайся пауков. Обезьяна сбивает бананы, производит какашки. Но это мы за нее играем. Больше бананов, больше какашек, ну и больше очков. Пауки, не касайся их, иначе мы сдохнем у нас 3 жизни. И только какашку, левый альт. Вот такая вот забавная игра. В общем, мировой рекорд, я не помню, то ли 545, то ли 555, по-моему, 545 очков, которые я нашел. В игре 333 очка надо, рекорд, да? То есть 334 надо набрать, чтобы добить. Ну, давайте посмотрим. Делаю это с первой попытки. Сколько попыток займет, сказать не могу. Надо будет пристреляться. По-моему, паучки вот эти будут, в зависимости от счета, ползать быстрее. Лететь вниз быстрее, имею в виду. Угу. Тут целая тактика, по сути дела, на подхождение. Ай. Смотрю наверх, чтобы по бананам попасть. А, нет, стоп. Не получились. Ну, в принципе, игра такая вот несложная, такая спокойная. Особо напряга нет. Будем надеяться, что рекорд будет и гораздо выше. Я там смотрел видео, где этот рекорд ставился, занял 5 или 6 минут. Так что я думаю, мы уже 60 очков почти набрали. Почти не считается, но тем не менее. Главное убивать паучков. Не попадаться. Летим. Угу. Отлично. Но пока идет нормально. Не знаю, сколько поставим, сколько очков наберем. Я буду биться до последнего, хоть 10 часов сидеть. Но я не думаю, что 10 часов тут просидим. Не могу обратить внимание, пушки то ли быстрее летят, то ли так, может быть, кажется. Главное их пропускать донизу, а то их хрен выбежит. Они вас, может, не убьют, но они вас в угол загонят. И все. Пищи пропало. Ну, боковые это не так критично. Он не прикасаться к ним. Да, по-моему, побыстрее стали, не? Зажимают гады. Угу. Ну, изи пока. Спокойно, ты номеровый. Ходить. Тут не надо. Угу. Не сбил. Ну ничего, потихонечку идем. Игрушка такая прикольная, забавная. Питаемся какашками. То неловко чувство, когда радуешься, что тебе много какашек. Ну, в принципе, суть жизни передана отчетливо. Ешь для того, чтобы срать, срёшь для того, чтобы жить. Как ни странно. Я имею в виду, что если мы какашку не кинем, то нас убьют. Ну, скрытый посыл можно увидеть. Я не думаю, что здесь, конечно же, было, это так ешь еще. Но выглядит прикольно. Забавно. Ну все. Ну все, рекорд автомата побили мы.
То есть то, что надо для 100% прохождения игры, мы сделали. Теперь работаем на рекорд. А они все-таки быстрее летят, не? Может, так кажется только. Не исключено. Нифига себе, три паука. Да, они, по-моему, быстрее стали. Да, заметно быстрее. По-моему. Может, кажется. По-моему, быстрее. Они, по-моему, были на скорости падения бананов, не? ПЗ. Кого? Ни хрена с ним. Да, хорошо, что хоть и бананы не тырят. Хотя могли бы. Да, ускоряются, ускоряются, это заметно. Тут сложнее эту игру. Ну вот мы и подошли к первому рекорду. Еще даже жизни обнесли. А, какашки кончились. Блин. Походу минус жизни, я прав? Ну да. Тут без вариантов. Ну да, вообще-то игра усложняется. Я рисковал. Кашки лучше себе не раскидывать. Непозволительно. Ай! Ну как так-то? Ладно, мировой рекорд уже побит в любом случае. По самому смелому оценке. Ну хотя бы до 1000 дойти будет здорово. А так посмотрим. Ну да, 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 игра заметно усложняется. Скорость быстрее от очков зависит. Как будто эта цифра счета попутно равна и скорости их передвижения. По-моему, экспаниться больше начинает. Последний не точно. Да, тут уже реакция важна. Вначале она не так важна. Что еще так быстро. Пипец! Ну все, зажали нас, да? Да. 665 очков. Мы поставили мировой рекорд. Поздравляем нас. Это было несложно. Джем 335. Мировой рекорд 545 или 555. То есть почти на 100 очков мы перебили мировой рекорд. Ну да, все-таки я видео-то не смотрел по рекордам. Сколько оно времени продолжалось. Что-то у нас теперь по счету. 98-47%. 1,5%. Я не знаю. 1,5% это еще одна игра в автомате. Может, я что-то пропустил? Ну, допускаю. Поэтому я потом справку наведу. В следующей части мы поставим еще один мировой рекорд. И все, дальше нам надо будет. Что делать? Не знаю, если 100%, то все, игра пройдена. Тут больше нечего. Посмотрим. Если я что-то пропустил, там не будет 100% написано, то я буду переигрывать. Ну не переигрывать, я наведу справку, узнаю, что мы пропустили. И я это поправлю. Так. Кроватку. А, кроватку. С охранкой. Угу. Ну все. Итог сегодняшний. Мы поставили второй мировой рекорд в игре Bully, а именно в мини-игре Monkey Fling. Закидали всех какашками. Было бы еще одно очко, было прикольно. Еще 6-6-6 мировой рекорд. Ну, в целом, несложно, прикольно. В чем-то даже креативно. Осталось еще один рекорд поставить, и попутно это, возможно, будет последняя часть прохождения 100%, попутно это будет мировой рекорд. Это двойное. И у нас будет уникальное событие. На связи был МКБаский, и мы заканчиваем. Всем спасибо за внимание, увидимся с вами в следующем видео. Аж с вами, старым добрым, к на канале. Всем пока.